Уютная гостиница «Вдохновение», банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. Вас посчитали. С 1 июля стартовала сельхозперепись. Она продлится до 15 августа и охватит все регионы страны. В центре внимания аграрные предприятия, фермерские хозяйства, наделы садоводов и огородников. Последний раз такая масштабная ревизия проводилась 10 лет назад. Зачем считают и что учитывают на селе, расскажет Анна Назарова. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Сельхозперепись. Да, очень приятно. У Надежды Пахомовой огород образцовый. Грядки, клумбы, плодовые деревья, ягодные кустарники, теплицы с огурцами, помидорами. Свое оно есть свое, признается хозяйка. Все натуральное и вкусное. В магазин летом женщина почти не ходит, разве что за самым необходимым. Накушались мы уже заграничных продуктов, поэтому свои, наверное, вкуснее. Поэтому и все стали заниматься. И перепись для этого, чтобы знали, сколько земли выделено, сколько люди обрабатывают этой земли, сколько можно получить урожая, прокормить себя. Дачница Валентина Хромова тоже из тех, кого уже посчитали. О сельхозпереписи женщина узнала из новостей и заранее сама посчитала всю живность – кроликов и кур. Но на этом дело не закончилось. Капуста есть? Да. Сколько метров капусты? Капуста, вон там вот сколько там приблизительно метров? 30 кустов. Ну, наверное, длина на ширину вот так вот. Сотки две там. Понять настоящую ситуацию и определить потенциал аграрного сектора – основная задача сельхозпереписи. Последний раз такая тщательная ревизия была 10 лет назад. Именно после детального учета и планирования был отмечен рывок в сельском хозяйстве. Примерно по такому пути пойдут и на этот раз. Определят и подтянут финансово самые слабые направления в сельской отрасли. Кроме того, за счет переписи решат и другую важную задачу. Нужно, чтобы земля использовалась по назначению, выявить. По назначению она используется или заброшенные участки, или там по ценокосы. Синий жилет и кепка, переписная сумка и удостоверение. 75 переписчиков обойдут весь Клинский район и заглянут в каждый уголок. По плану это более 30 тысяч домохозяйств и 300 СНТ. Если хозяев не окажется дома, оставят записку и придут еще раз. Частный сектор города обходить будут выборочно. Люди как-то доброжелательно относятся. Переписчики все наши местные, немного населения их знают, так что приглашают и пройти по участку, и посмотрите сами. Таких у нас проблем нет, конечно. Вот. Но собаки, да, собаки – это большая проблема. Всероссийская сельхозперепись продлится до 15 августа. В отдаленных областях – с сентября по ноябрь. Итоги будут известны в конце 2018 года. Анна Назарова, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.